Детский писатель из Москвы Александра Агафонова приехала в Хабаровский край, чтобы собрать материал для книги «Сказочный Амур». Она выйдет в серии изданий, посвященных малочисленным народам Дальнего Востока и Сибири. Творческую встречу с литератором организовал туристический информационный центр региона. Репортаж наших корреспондентов. Презентация серии книг «Сказочные земли» проходит в Краевой детской библиотеке имени Наволочкина. Выпускница журфака МГУ, а ныне редактор московского издательства Александра Агафонова, несколько лет назад увлеклась фольклором малочисленных народов Дальнего Востока. Итогом этнографических экспедиций стали 6 книг, в том числе сказки Камчатки, Якутии и Сахалина. Пришла идея благодаря моему сыну. Ему было 3 года, у меня была очередная командировка на Камчатку. И он спросил: «Мама, куда же ты опять едешь? И что же там такого? Ведь у нас дома так хорошо». И я поняла, что мне нужно ему объяснить, почему я так люблю Дальний Восток. «Сказочный Амур» станет 7-й книгой цикла. Читатели смогут познакомиться с малоизвестным фольклором эвенков, нанайцев, удыгейцев и других народов Приамурья. Автор проедет по национальным селам Хабаровского края, где встретится со сказителями и постарается найти для своей книги новые истории. Кстати, иллюстрации для сказочной серии создают также московские художники. Задача у авторского коллектива непростая. Придется конкурировать со всемирно известным изданием «Амурские сказки» Нагишкина с иллюстрациями Павлишина. У нас есть часть сказок, которые, например, Нагишкиным уже адаптированы, да, под наше восприятие. А есть огромный пласт сказок, которые просто люди собрали, но еще никак не обработали. И он в том варианте, в котором, собственно, его передали. Книги национальных сказок рассчитаны на детей. Многие из них поучительны. На презентации для юных читателей устроили викторину с призами. Вот тебе вот эту книжку. Вот. В Хабаровск Александру Агафонову пригласил Краевой туристско-информационный центр. Предполагается, что жители России, которые познакомятся со сказками Амура, захотят приехать на Дальний Восток. Ольга Горбунова, Виолетта Гагин, Павел Павлов, телеканал «Губерния».